Платной парковки в центре Чебоксар. То, о чем так долго говорили, становится реальностью. С 15 октября на улице Ленинградская в тестовом режиме заработают так называемые паркоматы. Если вы приехали в столичную администрацию по делам буквально на 15 минут, то, скорее всего, в два раза больше этого времени вы потратите на поиск места для парковки. Такая же ситуация, например, у МФЦ по улице Ленинградская, главпочтамта и железнодорожного вокзала. Изменить ситуацию должна платная парковка в этих зонах, считают чебоксарские власти. Утверждены тарифы. Легковой транспорт 30 рублей за час, грузовой транспорт и автобусы 60 рублей за час. Значит, ну, стоимость тарифа, она одна из минимальных в Поволжье. Есть бесплатное время 30 минут, свыше 30 минут, значит, уже пока первоначально будет осуществляться оплата. Получаса должно хватить, чтобы решить свои дела в том или ином учреждении и освободить парковочное место. А вот тех, кто привык бросать свои автомобили на целый день, эта мера должна отпугнуть. Вот здесь парковка, скажем, допустим. Ну, я не против, конечно, заплатить, но главное то, что я буду знать, что машина моя стоит там, где не будет мешать проезд, например. Ну, либо, возможно, там уж не эвакуируют, что ли. Если это касается вокзала, наверное, это стоит платную парковку применять. Если это, значит, место работы, то это не совсем желательно. То есть в каждом отдельном случае надо индивидуально смотреть. Первыми систему с платными парковками опробуют на себе сотрудники городской администрации. С 15 октября в тестовом режиме паркоматы заработают на Ленинградской. Оплата будет безналичной через приложение или автомат. Определяем тип транспортного средства, легковой, грузовой, в зависимости от типа, соответственно, определяется стоимость часа парковки. Выбираем легковой и вводим госномер транспортного средства, которого вы хотели бы оплатить. После ввода номера система дает возможность подтверждения ввода номера. После того, как систему обкатают на Ленинградской, такие паркоматы появятся и в других местах в центре города. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Расиль Мухаметов. Республика.